Сервер и все. Один только. А ведь доктору урна и ПТ. И нету тоже такого скилла. Ну, да, скилл и аганим. И БКБ. И скадит. Ну. В чем отличие Вещдоктора от Рубика, что они также обладают скиллом плюс 225, но Рубик в этих темах не так хорош. И Абадона банит. Пичи Гейминг. Молодцы, молодцы. Вот конем. Вот действительно конем. О, и Слардара берут. Вот они профессионалы, знают, что делают скиллы героев. Берут Слардара развешивающим гэшки и банят. Вещи Гейминг все солидно. Вещи Пик смотрится, этот жир, который на тебя бежит, тоссает, врывается на скорости, Бэйна не пробить. Какие-то брендсапы там. Ну и Виспа, наверное, все-таки возьмут сейчас Вичи. Почему бы и нет? Что если этот ДК идет в мид, то Тинни и Висп против него отлично стоят. Может быть, ДК пойдет на легкую линию. Видели уже мы на этом чемпионате. Мы это видели от команды Вирксброда, от Иллидана. Ну, на самом деле, ДК очень хорош против Тинни, потому что он имеет свой урон, и как раз Брисфайр ему очень хорошо срезает. И до появления БКБ Тинни очень страдает против Драгонайта в драках. Это есть такое, да. А если Драгонайт еще и Тайтхантер, то Тинни бьет сам себя, получается. И Венгу убить сразу подставить, да? Да, и все, он уже ломает своих союзников. Ну, Виспа сейчас надо забирать Вичи, потому что уж на пятый-то ехо мы должны его подбанить. Да я не думаю, что они будут. Или они настолько хотят играть против Виспа. Да зачем играть против Виспа? Если можно его забанить и не играть. Если они его не боятся и не банят его, то... А зря они его не боятся, потому что Тинни с Виспом, ну, у них не сказать, чтобы прям контрой. У них ДК, который слабоват. Вич-доктор, конечно, да, помогает, но... Может, они понимают, что Вич-гейминг, типа, не играют там с Виспом и... Да, играют или плохо играют с Виспом. Файчик на Виспе опытный товарищ. Вот и Файчик будет на Виспе, и тогда не будет этого жесткого экшена от Эфая. Будет просто Висп. Так будет... экшен будет от Тинни, от Сардара. Ой, сейчас же все играют без Виспа. Берут Тинни на легкую линию, или ну, там в мид. Тоже так бывает. С Бэйном, то есть он там, ну, в принципе, довольно хорошая комбинация. Но Тинни тут уже не на легкую линию, здесь он скорее... Ну, да, здесь да, он уже точно пойдет какой-то здесь... даблой в мид или просто соло мид. А ему что-то... Зачем ему дабла туда? Ну, в принципе, да, наверное, Бэйн пойдет, поможет. Как Evil Genius демонстрировали. И Тинни идет в мидл, и тебя тупо зонит Бэйн еще. Два раза Фир... Ой, там не два, да. три раза Фир Бэйн приходил, может просто выигрывал игру. И Тинни может просто кинуть на Бэйна, который отойдет под вышку. Конечно, под вторым левелом. На втором левеле уже умирают люди. Там, да. Но очень важно просто до ботла помочь даже Тинни. Потом-то ему станет полегче, он уже там какой-то левел 3-4, и руны, и быстро может крипов распушить, и, в принципе, становится уже опасным. А вот если вначале ему не помочь, то может на вообще там не всплыть уже на этом миде. Дазл у нас, кстати, еще в пуле остается. Бэйн Дазл как раз будет хорошо, чтобы от всяких прокасов, там от Джаггернаутов просто спасать. Джаггернаут топ-1 герой. А Тинни сбивает своим тосом Джаггернауту ТП-шку в крутилке. На втором эфире ты так и сказал? Лич. И, кстати, нет. Он же еще отбрасывать может Джаггернаута, который в этот момент танцует на Тинни, он его выкидывает. Ну это Лич. Это Лич. И опа, нац. Как мне эти парни теперь нравятся-то? Мощные, сочные. Тут где-то рядом нет Абадона, есть Тренд Протектор. Есть Бэйн и Тренд Протектор. И Лич есть. Да, и Лич. Все, Артур. А четвертый в бане, то все героев разобрали. Первая карта Ехоум против Вичи Гейминг начинается прямо сейчас, и мы передаем слово нашим комментаторам. Спасибо, Иван. Вичи Гейминг против Ехоум. Комментировать эту игру для вас будут адекваты Мейлшторм. И после окончания этого матча мы узнаем, кто же станет лучшей командой Китая на этом турнире. Да, как минимум топ-4 команда заработает, которая выиграет в этой серии. Ну а самое главное, получит презент в виде попытки побороться и за место повыше, скажем так. Интересный должен быть матч, я думаю. Да, ну вообще, если говорить о китайских командах, то, конечно, уже массы недовольства китайских болельщиков на тему того, что это впервые, если брать все интернешналы и включать в этот список туда мейджор, четыре западные команды. Впервые такое, ну и, конечно же, не может быть этим довольны комьюнити. Там уже есть несколько постов таких гневных, советующих, что же им делать. Но по ходу игры мы поговорим об этом. Ну а пока что посмотрим на составы команд. Супер будет играть на Тинни, Фенрир на Личе. FY будет играть на Бэйне, Бёрнинг на Гирокоптере и
парень с никнеймом Японское Сумо, он же Ice 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 на Слардаре. Как всегда, Ice Ice у нас оригинален. Как всегда. Как всегда. Михом. Итак, товарищ Ланем будет играть на суппорт Тренте, будет фармить Ситивай на своем Джиггернауте на легкой линии, КК сыграет на Вич-Докторе, в миду будет ставить Олчики на Драгонайте, ну и в сложной исполнит Болт Элебен на Тускае. Вот такие вот у нас расклады получаются. Что хочется отметить? Хочется отметить, что команды, которые остались сейчас в топ-4, во-первых, в последние своих сериях очень часто начали юзать Тини, причем в сериях победных. То есть, если вот по началу турнира, по началу мейн-эвента Тини мы видели в небольшом количестве, то есть вот посмотреть сейчас историю игр, в верхней части сетки, в нижней части сетки, это Тини появляется раз за разом. И это довольно интересно. Причем, да, хороший у него и винрейт, судя по всему. Во всяком случае, последние матчи с Тини, я помню, как он доминировал практически во всех ситуациях. Айс-Айс-Айс пытается своровать руну, с ним же Герокоптер, стан по двоим, руну забирает Айс-Айс-Айс, Ситивай забирает ее сверху, и здесь же игроки Вичи Гейминг, шанс забрать Олдчикена, First Blood достается Бёрнингу. 1-0, Вичи Гейминг победили. Вообще непонятно, вот три вот этих героя, которые были сейчас на руне, они, ну, не особо такие супер бойцы на первом уровне, как раз таки, потому что супер жестких нюков нет, бафов нет, и очевидно, против Герокоптера с Рокет Бержем там делать было просто напросто нечего. Что Трент мог бы пытаться что-то с Личситом сделать, но, как мы видим, не получилось. Ну, этот Личсит, он же тоже сбрасывается очень быстро, опять же, по те же самыми Рокет Берджем, поэтому, ну, непонятно, чего там добивались и Хом, в итоге довольно халявный ФБ получился для Вичи Гейминг, и стартуют они с небольшим таким плюсом. Да, и также очень неприятные линии у них. Слардар будет чувствовать себя очень комфортно против Таска, и более того, ему еще и помогает Лич. Да, вот уже начинает Ланем отводить, без этого здесь совершенно никак. Тини с ДК, ну, у ДК есть легкая слабость против Прокаста, и мы уже не раз видели, как страдали Драгон Найты против этого героя. Ну и на верхней линии. На верхней линии, кстати говоря, довольно-таки неплохо себя может чувствовать Джиггернаут. Нападение на Бёрнинга, и... Да, и чувствую, пришло время поговорить о том, чем же недовольны китайские болельщики. В общем, один из пунктов — это слабая игра Бёрнинга. Они ожидали от него больше и совсем недовольны тем, как он играет. И пока что мы видим, да, что подставился очень нелепо. Довольно простой был фраг, действительно. И Бэйн находился далековато. Плюс у Бэйна был на первом уровне вкачан именно брейнсап, а не Найтмэр. То есть спасти чисто теоретически дабл даже не было возможности. Поэтому, конечно, здесь Эхом отыграли неплохо. Что касательно как раз-таки мид-линии, если вспомнить игру ту самую ЕГЭ, например, против Сидек, мы помним, как там больно было Сидеком, когда Тини раза три подряд ДК сливал, как раз-таки того самого прокаста. Поэтому Олдчикен здесь должен проявить максимальную концентрацию, максимальное внимание на свой лейн, не проиграть его ни в коем случае. Да, но Сидек вчера еще встретили Тини в очередной раз, и тоже им не понравилось. Да, против Тини явно не шло. Посмотрим, сколько хорошо пойдет у Ихому. Ихому вчера нам тоже показали довольно интересный матч. Ланнем, опять же, демонстрировал, что любой драфт, какой бы он ни был изначально немножечко непонятным, он всегда может выиграть, если правильно исполнить. На топе опять-таки раскруточка пошла на Бёрнинга. Бёрнинг страдает, Блейденс до сих пор касается Бёрнинга. Был он под Маледиктом, и добьет ли он этот самый Маледикт? Но он первый уровень прокачки, поэтому не добьет. Да, чуть-чуть не хватило, буквально 10 хп, спасается здесь. Нападение на Ситивая, но, скорее всего, не пробьет его здесь Бэйн. В любом случае, немножко руками похарасил. Такой моментик для товарища FY, что ни в коем случае Бёрнинга одного оставлять нельзя. Потому что страдает уже второй раз. У Бёрнинга довольно мало хила осталось, всего лишь два комбуста. У Олдчикена небольшие проблемы. Его здесь запинали крипы, а ICSS прогоняет. Да, ICSS, конечно, очень приятно стоять на этом лайне. Видно и по крипстату. Он топовый крипстат на карте имеет. Ну, Лич, конечно, который не позволяет линии пушиться, не позволяет подойти к чужим героям, к своему Слардарчику. Действительно, Слардар здесь должен выходить с хорошим фармом на быстрый блиндагер. Но впоследствии, конечно же, инициация, атаки и так далее. Помощь Герокоптеру, помощь своему Тинику, конечно. Вообще, когда начинался вот этот вот великий решафл после International, было в один момент ощущение, что все-таки... Так, сейчас мы посмотрим нападение на Таска. Нет, Тасик отсюда уходит. И сверху также у нас размена никакого не произошло. В общем, было ощущение, что и Хом-то они посильнее смотрятся всех в Китае, но в какой-то момент Вичи Гейминг нашли как-то свой плейстайл и смогли и Хому раз за разом убивать и на китайских турнирах, и после выступать получше. Но вот здесь шанс для Хом все изменить и стать не то что топ-1 командой Китая, но и по большому счету, чтобы вот спасти в глазах своего комьюнити этот турнир для китайской дота-сцены, нужно брать, ну, топ-1.
Даже топ-2 будет уже недостаточно, учитывая, что все остальные провалились. Чтобы оправдать надежды, для комьюнити нужно брать только топ-1 здесь. А супер теперь не дают взять регенерацию, забирают All Chicken, и супер здесь будут пробивать супер. Есть один заряд на ботле, прокаст у него. Ну, эвеленджа нет, пока в кулдауне есть тос. Ну, так отпивается и будет жить. Вообще, что касается конкретно этого матча и Home Beach Gaming, у них вот это противостояние в Китае, двух этих команд, продолжается уже очень давно, после интернешнлского, опять же, периода. Потому что и на саммит тоже ребята в финале встречались, там воевали друг с другом и других квалификациях. Если я не ошибаюсь, в Beach Gaming практически все выиграли в этих противостояниях. Да, да, да. Ну, там счета в серии были что-то типа 3-2, 3-1 постоянно. То есть Ихомы давали бой, но немножко им не везло. И вот здесь у Ихомов есть реальная возможность на турнире такого масштаба, такого уровня отыграться и доказать, что на данный момент они сильнее. Получится, да. Не получится? Ну и пока у нас так экшена немного, стоит вот уж договорить про эту тему, что очередным, наверное, одним из последних пунктов является тот самый Xiao 8. Без него, вот посмотреть самое забавное, что действительно без него на международных турнирах китайские команды ну никак вот не могут выиграть. Если посмотреть с ним, результаты ну получше явно. Даже несмотря на то, что на том же International сами LGD вылетели довольно рано, но CDEC заняли хотя бы второе место, то сейчас опять Xiao 8 нету, и очень большие проблемы вот именно со стратегиями. Просто теряются команды. Я очень давно не помню, чтобы команда, в которой играла Xiao 8, вот так вот выглядела потерянной. То есть да, они бывало проигрывали, но они всегда находили какой-то свой стиль, всегда держались. Но здесь, да, здесь видно откровенно, что после поражения Vici Gaming в Венерах на первой карте они прямо как-то почувствовали себя плохо. Так, точнее на второй. Статистика у нас... по Тине. Да, ну и видно, что действительно, вот они меньше всех его использовали, и сейчас некоторые проблемы имеют. И решили Vici Gaming наверстать упущенное, взяв этого Тине, мол, ребят, смотрите, как он заходит, наверное, сильный герой. Ну, не знаю, насколько сильно успели попрактиковаться. Ну да, вопрос, конечно, в опыте игры на этом персонаже присутствует. Вот сейчас супер дал прокас Ланэм, Ланэм кидает на себя баф, Living Armor и живет. Живет, пока все окей. Тот самый саппорт, который нет скилла, плюс как 225, как его аналитики сказали. Ну, тяжело его с прокаста Тини забрать. Хотя, я думаю, если Тини возьмет себе быстрый левел, то и тренд может падать. ДК. Нападение сверху на F-Wire. Джаггернаут рядом. Пошел рассказ Герокоптера. Джаггернаута не замедлить и... может догореть. Нет, нет, не слишком было. Много регена. И... слишком толстый Бейн как суппорт просто. Вроде ты понимаешь, что это всего лишь на всю суппорт, а такая опора некая керри-герою на линии, но начинаешь его пробивать и сталкиваешься с огромным количеством трудностей. Не убить его, он на развороте еще и брейнсап дает, еще кого-то закошмарить может. Неприятный очень суппорт, и вот в этот раз убить его не удалось. Сапог, вот видим, есть у него инчат от манго, благополучно сваливает. Ну а Драгонайт, в общем-то, вся суть Драгонайт раскрывается прямо здесь сейчас. Только получает он левел 6, перетягивается одну из линий при поддержке своих тиммейтов. В данном случае, кстати говоря, пуш усиливает за счет возможного хилинг-варда, Джаггернаут и вуду ресторейшн пич-доктора. И сносить. Чем больше товаров сможет получить не поначалу поломать, тем лучше будет для его команды. Да, но вообще это пуш от Ехом, и они сами, в общем-то, ну, видно, набрали таких героев, которые будут пытаться забрать товара. И скорее даже Ехом, Vici Gaming у нас немножко испугались пуша. Если посмотреть на последний бан, это был Чен и последний пик Лич. Чен это то, что могло бы запушить, Лич это то, что мешает тебе пушить товара. В то же время, если посмотреть на пик Vici Gaming, ну здесь все такое толстое и сильное, что запушить очень тяжело вот на начальной стадии. Ну, запушить, возможно, в драке будет тяжело, то есть откидываться по большому счету Vici Gaming не особо есть чем, то есть что ты можешь сделать? Дать кулдаун, все. Тине, чтобы подойти, там, дать прокат, нужно слишком близко, соответственно, ну, Лич единственное, что может дать, там, свой нюк. Ну, это немного, опять же, на отпуша. Просто в случае, если Хоум будут собираться, под огромным количеством хила, под формой Драгонайта, с товарами проблем быть не должно вообще. Ну, вот посмотрим только, насколько быстро Хоум это будут реализовывать, ну, и вот делать. Ну, вот у Слардара теперь есть блинк, и это несколько меняет дело. FY также делает вид, что получает левел. Но он действительно получает левел, ему нужно как можно быстрее взять шестой. Но его прикрывает... парень, владеющий техникой японского сумо на Слардаре. Против японского сумо сложно воевать, особенно Трентуп, потому что в инвиз даже не спрячешься, если там вообще инвиз прокачан. Нет, инвиз прокачанного нет. То есть любой выпад сейчас товарища Ася-Ася, это будет фраг. Вот слип пошел, ускоряется Japanese сумо, залетает, встанет, амплифай повесил, брейнсапом Ланема подъели, и ударом с руки Слардар завершает матч Туикика рассказ. Хороший фраг. Герокоптер фармит леса, и я вспоминаю, как вчера страдали CDC против...
ACDC, нет, Virtus.pro страдали против OG, против раскачанного Слардара. Вот он тоже так вначале очень много взял. Здесь, как мы видим, он не стал идти в ПТшку, он сразу купил себе блинк. Ну и сейчас Слардар будет бегать по всей карте, искать фраги. С быстрым левелом, с минус армором от Amplify Damage может получиться. Да, может получиться в случае, если будут и хомы бегать не полным составом. По одному двоих вырубать вполне можно. Ты залетаешь, Amplify дал, стан, тебя кто-то поддержал, Тинни с раскастом, я не знаю, Герокоптер какой-то с колдауном, и выкил сделали. Но вот если вот так вчетвером сейчас, как и хоум, и тут вот эти они сразу, то эту пятерку будет остановить довольно сложно, даже с быстрым линком на Слардаре. Вот только-только первый тавер сейчас доламывает этот хоум, сделал это сетевай. На 10-й минуте не очень быстро, прямо скажем. Да, действительно поздновато. Но вот Толчикин сейчас будет перемещаться со своей командой в другую позицию, на другую линию, где тоже будет ломать тавера через ганг. Ганг, скорее всего, не пройдет, потому что успели убежать Vici Gaming куда-то вниз. Ну, раз ганг не прошел, то можно просто тавер съесть. Форма-то уже откатилась. Ну, Слардар стоит в очень крутой позиции. Здесь все спалит абсолютно. Да, очень медленно, неспешно развивается игра. Конечно, это в пользу команды Vici Gaming. В то время как соперник взял пуш, они получают свои ключевые левела, зарабатывают артефакты. И, видимо, что... Да, и еще удается так слегка сплитить. Проблема в том, что вот ты сказал, откидываться нечем. И да, откидываться нечем. Нападение на Слардара. Пошли пингвины в ход. Слардар, скорее всего, сам напал, но он там, знаешь, так запаковал жестко это вот моральное давление, то есть заставляет противника развернуться, уходить и не пушить. Интересно, что будет делать Тихом в такой ситуации. То есть, по сути дела, Слардар вообще не проблема. Он залетел и там сразу погибнет, если получит какой-либо стан. Но вот само давление, сама агрессия стороны Vici Gaming может заставить Тихом развернуться и не пушить. И снизу нападение от Old Chicken, от Old Eleven. Old Chicken летит сюда, Таск, Сноубол, доджет первую ракету и разрывает у нас Бёрнинга. В очередной раз Герокоптер встрял. Герокоптер. Ну и Dragon Knight тоже получил такой плюсик. Несмотря на то, что Тавр спушить по миду не смог, зато поучаствовал во фраге и покупает себе барабаны. Ну что, конечно, тоже является необходимым компонентом для хорошего пуша. Ну и топ-1 по нетвору, кстати говоря, Dragon Knight. Если опять же сравнивать с тем же самым Тинни. Это не тот вариант, который мы видели с вами в игре EGS Deck. Это другой вариант. Айс-айс-айс бежит за Джиггернаутом. Джиггернауту на поддержку выдвигается Witch Doctor и вынуждены прекратить свое преследование Vici Gaming. Обратите внимание на скилл-билд сетевая. Очень неоднозначный. Снизу забирает Лича Old Eleven, перетягивается Тинни, ТОС и забирает. Ну, вот и Тинни тоже отключился. Сделал фраг, до этого был ассист, 1-1, старт, в принципе, тоже неплохой. Да вот, что касается сетевая, на 4, крутилка, на 1 омни слэш без хилинг варда и без критов. Ну, статов не хватает, без плюсов, поэтому здесь с 4-й крутилкой вынужден был взять. Хотя 4-я крутилка, опять же, она стоит дешевле. Но тем не менее, я думаю, что хилинвард появится в скором времени. Он появился вот на разочку, но только что качал. Но вообще просто не каждый керри, вот на не каждый игрок на этом чекернауте позволяет себе на 4 именно вкачать крутилку. Обычно на 2 там максимально. Так, Бёрнинг заходит во вражеский лес и фармит стаки. Вот это хорошая игра сейчас, но стоит он на варде. И могут попробовать его забрать. 4! 4 игрока Ехоум выходят за Бёрнингом. Но там у него тоже вард стоит, поэтому все прекрасно видит. И благополучно сматывается. Очень хорошая игра от Бёрнинга. Он мало того, что стаки своровал, он всех стянул вниз. Тем временем сверху нападение на сетевая. Сетеваю нет никакой поддержки. Стан. Стан от Слардара нет. А на развороте он не слэш прописать, если будет помощь. Вот Ливингар Муар приходит на ТП-шку. Нет, не приходит. Ну, вообще, можно было попробовать. Там, конечно, Бейн плотненький, Слардара можно было с вами слэш собрать, попытаться под спринтом как-то. Но они не пошли, они увидели телепорт, Ливенгармор и поняли, что никак не пробьют. Хотя Слардар изначально отступил назад только для того, чтобы блинк ему не сбивало, и чтобы ворваться, потом добить. Ну и выживает у нас CTY. Как-то вот так вот, непонятно немножечко развивается игра. Казалось бы, одни пытаются нападать, агрессируют стороны Vici Gaming. Да, напряженный, очень согласен. Не открытая игра, игра очень закрытая. Vici Gaming можно понять, у них ситуация такая, как бы их давят. А Ехом немножко побаиваются. И телепорт пошел, Слардар врывается. Очень неплохой рассказ. Забирают Слардара, пошла ульта Лича, но прячутся в сноубол все. Это минус 2. Нападают также на Эфвая. Эфвая должны забирать, Эфвай слипается. Но ненадолго он здесь остался, и в итоге забирают Эфвай, забирают также Тинника, и можно забирать Добрый. Следующую вышку. Как же четко в этом моменте отыграл товарищ Тускар. Я не знаю, он просто сделал все, что нужно.
от чайника спасти всю свою команду на лоу хп сноуболом. Олд Элевен, ну, респект за этот момент. Отдавать Элевену Тускара, я эту фразу слышал несколько раз, мол, на что ребята там надеются, когда отдают Элевену Таска. Ну и хорошо играет, да, очень жестко. Очень жестко здесь сыграл. Ну и опять же, вот мы возвращаемся к вопросу о том, что Вичи Гейминг пока отпор давать не могут. Ну никак вообще. И эти блинки ранее, это только для того, чтобы можно было ганкать. Когда противник собирается пятером, ты не можешь залететь, дать стань, амплифай и начинать всех убивать. Так не работает. И Вичи Гейминг нужен фарм, нужно немножечко сейчас отойти от возможных дефов, сплитовать, может быть, дать артефакты гирокоптеру, тинику подсобирать что-то, и, конечно же, Слардару. Потому что мы смотрим на их закупы и видим, что у них практически ничего нет. Блинк — это их самый дорогой айтем, скажем так. Ну, тяжелая ситуация у Вичи. Мало того, что у них лоб в лоб пик уступает, так они еще сплитить не особо хорошо могут. Сейчас Джаггер себе БФ какой-то зафармит и начнет сам сплитить похлеще. Плюс ко всему, взять кого-то тяжело, все толстое, под Ливинг Армором, тренд действительно здесь может удивить. Сейчас засада, но увидели Айс-Айс-Айс, Айс-Айс-Айс уходит, пингвином его пытаются отгородить. Не получилось, да. Хорошо уходит. Но ни к чему ломиться. Ну и опять, их все прекрасно понимают. Они сейчас сильнее в разы. У них появляется на команду Меканзм, Drum of Endurance, есть Turn of Shadows, включенная Аквилка. Все эти элементы позволяют очень хорошо и очень быстро, что самое главное, этого раз носить. Этим и занимаются. Там Тавр снесся, есть Killing Bard позади, конечно же, в случае чего Какао-то имеет Voodoo Restoration на двоечку, что тоже поможет. Ну и можно пушить, в принципе, дальше. Ну, решили отойти, потому что все линии запушены, здесь выгоднее перетянуться. Old Eleven. А в такой стратегии, когда вы пушите сами, желательно свои товары не отдавать, поэтому... Ну, вообще, да, здесь более того, их очень желательно не отдавать, даже если они очень битые, потому что у тебя есть... И он все захилит. Если посмотреть на тавр снизу, вот его немножко побили. Хил трента. На миде тоже немного битый тавр, но тоже в перспективе захиливается. Здесь можно вообще ни одного тавра не отдать. Old Eleven подставляется, нету никакой помощи. Но есть мека, поэтому переживет немножечко. По идее, должен брейнсап, хватит ли берста. А, ну финсгрип, да. Финсгрип там не пощадили. Ну, хороший фраг. Вот здесь Вичи Гейминг все правильно делают, не нужно ни в коем случае стесняться. Нужно забирать любой фраг, тем более для Тини это блинк сейчас. Ну вот, пользуется тем, что не впятером стали их ом, сейчас бегать, а пошли отпушивать свои линии, и подставился один персонаж. Вот на таких моментах, конечно, нужно противника ловить, пока получается убивать вот Туска. Ну, это единственный плохо. Шанс сейчас Вичи Гейминг, что им удастся по одному поубивать, и после этого... Ну, на самом деле, если их ом так ошибутся, то им только себя можно винить. В такой ситуации, в которой они сейчас находятся, у них все карты на руках, они могут спокойно эту игру контролировать и уверенно вести ее к победе. Именно так, и вот Драгонайт меня немножко смущает, что он уже какую-то минуту рейтю, наверное, бегает, не активировав свой ультимейт. Есть у него хейст, казалось бы, то есть все в порядке. Надо подсобрать, кто там у них, Ланем, товарищ руководитель этого коллектива. Ну, в одну кучку свою команду, в единый кулак, и пошли давить. Еще стоят тир 2 снизу и сверху. Спушив их, можно потом будет заходить на Рошана. Вот сейчас проюзывают смог. Это может быть очень интересный заход. Немножко неудачный левел у Джиггернаута. Чуть-чуть до 11 не хватает. Там ульта в 2 раза сильнее становится. Но и так должно хватить. Айс-Айс-Айс здесь ищет врага. Нужно, если его увидят, нужно моментально хватать. У него блинк. Ну, он такой, как шпион такой, разведчик, да, выходит. Сам соинициировал Old Eleven, как же агрессор-то. И сейчас у него будет атака, сноубол пошел, Драгонайт форум подключает, есть кейс, будет Валрос Панч. Где Валрос Панч? А, на откате, окей. И забирают Слардара. Ошибка от Айс-Айс-Айс, вот этот прыжок, казалось бы, такой вообще непонятный зачем, в итоге привел к тому, что его убили, потому что вся команда в этот момент была за ним в смоке. Не ожидал такого. Знаешь, тут такой вот момент интересный, что поставился на мидлинии, и возможности моментальный хомом что-то пропушить нет. Слардар погиб, но не подставив при этом своих тиммейтов. Возможно, атака могла быть на гирокоптер на тине, было бы намного хуже. То есть где-то, может быть, он даже создал спейс. Вот в этом варианте, в этом фраге. Ну, относительно такая, конечно. Ну да, может быть. Сейчас посмотрим, как его разменяют. Вичи Гейминг идут вниз, в смоках также. Тини пушит один. Судя по всему, ехом все-таки эту вышку отдадут. Уж слишком неприятно ее дефить. Тем более, есть фортификейшн, есть еще броня тренд протектора, которая под фортификейшном не сбивается. Хилит очень много. Зацепили, сноуболом спасает. Тренд ультимейт по троим. Нужно жить. Old Eleven мека. Подхиливают его. Old Eleven выкидывают. Отличный чайник, отлично ставится.
The Smart Witch Doctor. Здесь же All Chicken. Каски скачут по всем. Айс приходит на помощь своим тиммейтам. Тини, блин, удар по Witch Doctor. Witch Doctor живой. Перетяжка от Джиггернаута. Он добил 11-й и бежит вперед. Есть фейзы, но 5 героев соперника — это слишком много. Ты понимаешь, насколько могло не повезти с Тихомом, если во время тоса Тини там выкинул героя одного на противника, опять же, и чайник тоже переметнулся туда. То есть сперва чайник побил, они вроде разбирались в разные стороны, и опять чайник начал добивать. То есть там урон от Лича был просто бешеный. Посмотри, 1500 урона он нанес. Ну, красавцы Вичи Гейминг, что здесь сказать. Очень здорово зацепили пару героев. И тот самый момент, когда вроде их должны давить, их должны прессинговать, они умудряются делать фраги. Вышку не снесли, но ничего страшного. Ну вот да, все это пошло как раз-таки вот от того, что Слартар дал вижен, разлочил смог противнику и сразу перетянулись вниз. Драгонайт, конечно же, уже к этой драке поспел не в форме, не было у него этой самой формы, она была в откате. Джиггернаут просто был слишком медленным, и в итоге вот два качественных килла от Witch Gaming. Размен получается на одного Слартара. Ну, получилось, в принципе, неплохо. Что самое главное, они выигрывают для себя время. Они выигрывают время, и они получают себе деньги. Вот, например, Тини, после того, как Блинк себя приобрел, уже имеет 2000. Хорошее такое подспорье к покупке следующего артефакта. То же самое можно сказать и про других, я уверен, героев. В частности, вот с Энджей бегает Герокоптер. И Яша у него уже появляется, будет с Энджин Яша. Ну вот, что-то уже есть. Ну вот уже с Энджин Яшем, да. Лич тем временем 8 левел. Маловато, конечно, но для саппорта неплохо. FY дофармил себе 9-й. И, возможно, сделает Глиммер Кейп против прокаста какого-то. Хотя здесь больше, конечно, даже физики, чем магии. Ну да. Ну, кстати говоря, вот против такого варианта, против этой физики, против Джиггернаута, Драгонайта, очень хорошо смотрится Лич за счет Фрост Айс Армора, на которого нужна двоечку качал, вешает на своих тиммейтов. Условно, кого-то Слардара в пике у Ихом нет, поэтому... Ну, контра легкая Слардару, да, если у Слардара там минус 20, то у Лича на последнем левеле прокачки плюс 9, неплохо, и еще и замедляет. Заходит на Рошана, интересно, будут ли как-то драться Вичи Гейминг за этого Рошу? Варды не в самом удачном месте у них располагаются, больше, чтобы вижен дать себе на защиту, нежели на агрессию, да, и вот беспалевные хомы зашли на этого самого Рошана, может только проверить каким-то образом. Тинри проверить ничем не может. Заходит Герокоптер, можно дать кулдаун. Тини, по-моему, подозревает, что происходит. Неужели они будут залетать? Хилинг Вард ставится пока на пригорок. Олчикин агрессивно этот Рошана пытается снять. На иллюзию сагрились. Рошана нужно добить. Добить Рошана. Успевает добить Рошана. Кирнан забирает Аегис. Смог сразу же юзается. И план перехват. План перехват и фай. Фай под Глиммер Кейпом делает тэп-аут. Его здесь не обнаружится. Да, Глиммер уже окупился. Четко и хом все сделали. Используя сейчас Dragon Form, которая только-только была активирована, можно пытаться подпушить тир 2. Все для этого у Ифом есть. Нужно забирать. Тем более Аегис у тебя. Сверху потом останется последняя вышка. Ну а здесь супер дабл дэмэджем таки Тавра, думаю, заберет на линии. Вот интересно, Ихом хватит ли возможности, скажем так, хватит ли мотивации, чтобы подняться вот сейчас на пригорок? На тир 3. Я думаю, что они поднимутся просто для того, чтобы стянуть исключительно. Или уйдут вообще. Но пока что об этом рано, да. Тут падает пока что только тир 2. Ну, форма Олчики, ну да, заканчивается уже, наверное, нет смысла. Без формы, да, тяжело, рановато. Он прожал ее. Но есть блинк, и с блинком цеплять ДК будет очень-очень хорошо. Тем временем мы видим, как ISIS продолжает на разведке бегать во вражеских лесах, фармить свои артефакты Супер и Бёрнинг также в своих лесах. Ну и пользуется тем, что Ехом немножечко немобильный сейчас. Вообще, Слардар мне в этой игре очень напоминает какого-то типичного Баунти Хантера, который тоже бегает что-то там под каким-то инвизом и дает там свои один треки, дает амплифай дэмэдж, разведывает территорию. Он готов подставляться, готов умирать в случае, если не загангует его кор героев. Такая вот роль ISIS своеобразная. Ну, в принципе, мне кажется, у любого Слардара она такая и есть. Если удается, конечно, себе вот так вот бегать, кого-то искать, в идеале еще кого-то убивать. Ну, ты знаешь, я думаю, ISIS был бы не против иметь на своем герое Мидас, потом БКБ и так далее, быть более боевым. Ну вот игра не это располагает такому. Это в перспективе, нет. В любом случае, если там игра сильно затянется, что-то такое у него появится, но для начала там Blink for Staff оптимально. Тем более в этой игре, где без for Staff ты запрыгиваешь и никуда не уходишь. Опять подпуш нижней линии, опять здесь стоит вышка, но на этот раз уже у нас Ехом перетянулись наверх. Сейчас, наверное, не будет активировать форму, запушит этот тавер просто руками и стянут уже на тир 3 соперника. Хорошие арты есть. Да, возможно, действительно, это будет именно так. Им выгодно отдавать свой тир 1 взамен, забирает тир
Бам, потому что следующий заход от Хомус должны быть на хайграунд. Препятствий не будет никаких. Ну, они особо даже не отдают пока тир-1. Ну да, вешается Living Armor, глиф срабатывает тяжело. Вичи Гейминг, урона по товарам без Тини нет практически. А Тини где-то далековато. Тини на базе уже стоит, ждет. У него нету ТП, поэтому ему не вариант куда-то уходить. Ну что, заход, заход. Dragon Form сразу же на супер врывается All Chicken. Залетает Alt 11. Есть там не слэш, но Glimmer Cape, нет никакого просвета. Ну, ребят, вы же видели уже, что Glimmer есть. Ну как так, залетает чайник. Чайник. Есть слип, чайник неудачный пока. Но он вот перемещается на героев. Финн скрибл на Alt 11, Killing Bar позади стоял. Вешается Overgrowth. И ой, какой раскост от Гирыча по всем абсолютно. Забирают Вич Доктора все биты и выбивают Аегис Джиггернаута. Тренд Протектор минус. Остается Dragon Knight, у которого очень мало ТП. Слардар, Блинк, стан. Побежал сразу куда-то вперед, получает стан от ДК. ДК уходит в леса. За ним Тини добивает с помощью Тоса. И это минус 3. Сейчас цепляют Джиггернаута. И брейнсапом съедает. Минус 4. Ну что можно сказать? Можно сказать то, что Vici Gaming большие молодцы. Они в драке вписали все единовременно, снесли огромное количество ХП противнику только за счет того, что дали такой своеобразный бёрст. Флэг, колдаун, чайник летал, Тини с прокастом залетел, там все сделал и Бейн как надо, и Слардар. И в итоге удалось перебить Living Armor, перебить Вуду Ресторейшн, перебить Хилинг Вард, который в драке тут же... Ну, я вот смотрю на этот рекап, такие все просто дети по сравнению с Гирокоптером. В сумме игроки Vici Gaming не нанесли столько урона, сколько нанес один Гирокоптер. 4050 урона. Какая-то совершенно жуткая цифра для таких артефактов. Ну, примерно это означает то, что у него зашло вообще все по всем. Да, и колдаун, и флэг действительно пролетали по всем персонажам. Какой ад устроил Бёрнинг. Хорошо, отдефались Vici Gaming и такой, ну, переворот небольшой, скажем так, сделали. Потому что проигрывали 5000, сейчас графики ушли в ноль. Но выбили это... Аегис. Да, этот ноль, это скорее плюс. Нашли для... Ланема. Да, Ланем наступил в стиле года на сентри вард и потеряет гем еще. А даже не ожидали, что там есть у него гем, супер может подобрать. Да, вот еще и гем на халяву подъехал. Да его чуть-чуть было не оставили лежать, но да, вот теперь есть гем. В итоге после этой драки еще и гем теряют, это еще 1800 разницы на творца. Что-то у Ехоум не идет как-то вот с дожиманием. Я теперь понимаю, почему они алхимика забанили. Вроде как винрейт у него не самый хороший у Vici Gaming, но вот видно, что Ехоум не могут подобрать ключ к стратегии против этой команды. Вот ничего у них не получается. Ну, поэтому говоря, по этой игре есть все-таки... такой небольшой момент, что сами Ехоум виноваты. Где-то недопушили, были отдачи на топе, в соло персонажи тоже умирали. Ну и вот просто вот этот финальный заход, не финальный, можно сказать так даже, а вот заход для того, чтобы забрать сторону, должен был быть пораньше. До тех пор, пока у Гирокоптера такие там не появятся жесткие артефакты, и у Vici Gaming вообще, в принципе, не поднимутся по левелам. Ну то есть, да, пропустили даже момент. Думал, он какой-то просто был очень плохо исполненный. Там, ну, да, и не было просветки, и в принципе в этого Тини там вписали все, застряли где-то на рампе, и получилось все очень плохо. Но посмотрим, шансы еще есть. По графикам пока что мы видим, отдали гем, но ситуация более-менее. Нашли иллюзию Тини, но это, к сожалению, не то, что нужно. По XP очень сильно отстают сейчас. Что меня сейчас смущает, то что вот два раза уже подряд они выпускали противника в отсутствии просвета, сейчас отдали гем, и даже в отсутствии гема они не покупают досты. То есть вот теоретически представим себе ситуацию, что возможно сейчас будет какая-то драка, и вновь они остаются без вижена. Элементарно Бейн с Glimmer Cape может, ну, чуть ли не в соло выиграть драку, спасти своего кор-героя, в которого пойдет фокус. Досты, ребят, где досты у суппорта? Я, конечно, очень понимаю, что Вич Доктор хочет купить себя Ганим, он на это нацелился. Ну какие-то, да, вот потерянные. Выглядит Ехоум потерянными против Vici Gaming. Против LGD вчера они смотрелись просто какими-то монстрами. Даже когда LGD выигрывали драки, Ехоум все равно там спокойно продолжали играть свою игру, переворачивали раз за разом. В итоге, ну, вторая игра, там же качели были нереальные. В итоге все закончилось там очень-очень так очень интересно. И... здесь у Ехоум пока ничего не получается. А Vici Gaming, наоборот, сейчас почувствовали уверенность. Они уже пережили самую тяжелую стадию. Теперь можно просто вот так вот подпушивать, выходить все дальше в лейт. Пик у вас хороший. Ну да, с компьютером номером, говорят, сейчас сам уже давит противник. Довольно забавный такой момент был. Vici Gaming, когда получили гем, выкинули сентри вард, чем воспользовался тренд, который сентришник чужой подобрал. Теперь у них есть такая некая попытка просветить героя, который идет в Glimmer Cape. Да, Vici Gaming, вай, владелец варда. Помог так немножко. Осталось найти бойна с гемом
Глиммер Кейпе и с помощью этого Варда и убить его, и вернуть гем. Ну да, и Фай в итоге запорит сам себе игру. Ну, бывает такое. В общем, не настолько пока сильно агрессивный вичигеминг, но они понимают, что, возможно, стоит еще и артефактов поднакопить. Фенрир до сих пор без меки, а Супер только Ваганим вышел, то есть еще нужны там осалки рас и прочие гадости. Ну, ему есть куда, скажем так, выходить. Ну и Бёрнинг тоже в статы оделся. Ну, теперь можно подумывать о увеличении урона непосредственно. Так что, действительно, вичигеминг все в порядке, а вот и Хоум. Эй, Хоум потеряны. Вот ты правильно подметил, они сейчас очень хаотично передвигаются по карте. Нет какой-то цели. Вот, возможно, сейчас попытаются напасть на тени, но уже этот ганг выглядит весьма сомнительным. Ну, очень, да, очень глубоко заходят. Им сейчас просто хотя бы вот продолжать фармить свои арты, не сильно отставать, потому что вичигеминг-то не так агрессивно действует, дают тут все шансы тебе прийти в себя. И с пиком и Хоум, ну, тоже можно там... Можно поиграть, скажем так, тот же Вич-Доктор с Аганимом. Никто его не отменял в лейте. Да, сквозь броню будут чем-то пробивать. Во всяком случае, стараться. Физуха есть. Физуха есть, а это самое главное, значит, можно рассчитывать на какой-то лейт. Ну, не говоря уже о том, что у тебя тренд протектор. Если он соберет Аганим, какой-то там рефрешер. Страшное оружие, с которым воевать очень тяжело. Ну, особенно вот этот Аганим, который... Давненько, кстати, не было видно этих деревьев по всей карте. Вообще, сам тренд по себе такой не особо популярный герой. Как короночка, он периодически в каких-то руках вылетает. Впервые в патче 6.85 в китайской доте он используется. Гирокоптера спасают, неплохо его закрывают, ставятся в центре. Супер, запрыгнул, Слардар, и Бёрнинг в БКБ пошел. Тренд закрывает всех, Олд Чикен увозят на Слардара. Декап танковывает весь дэмэдж, Финсгрип ставится, Палкович Доктора, неплохо дерутся и Хоум, и Слардара убивают. Ну, Олд Элевен сейчас опять спас всю ситуацию, однако драка не закончена. Тос от Тини, Вард все еще жив, Хилен Вард стоит, хилит всю драку. Бёрнинг без БКБ, Слардар врывается без байбека, Олд Элевен отвозит всех в тылы соперника, и сейчас отсюда нужно спасаться. Слардар подставляется, без байбека. Дает стан, минус армор, живет. Вроде каски. Бы живет, ну каски. Можно продолжить Лэма, залетел, Брэсфайр есть, убивает Слардара, дальше стан пошел бы Фай, Фай, нужно убивать, за этот стан, Фай, Фай проживал Госкептер, этого не спасает, даблкил, сделал он Лэма, дальше Сноубол, юзает и Финвира, которого уже закрыли Ачайтами, запрыгнул и ушел на блинке, хорош. Отлично сыграл Тускар и сразу же давит, ребята, из-за Олд Элевен. Бату с карты, его фирменный герой на супер терем залетали дальше. Опять же Драгонайт со станом, Айтшард поставили, есть Валрос Панч. Геокоптер пришел после байбека, дал колдаун. Спасибо Тини, как-то, ну как же его спасти, когда трое героев его месяц. Убивают очень быстро Тини, Тини делает байбек тоже. Возвращаться будет в драку, очередная мека от Левана. Пытается уйти и увести всех своих тиммейтов. Сноубол ставит овергросс от Ланема, спасательный, больше чем убивающий. Левен, опять блинк, уходит, выводит всю команду врага за ним. В итоге забирают Олд Левена, но три героя команды... и Хоум спасаются. Вот это драка. У нас пока шла драка, успел откатить ультимейт Тренд Протектора. Ты знаешь, я посмотрел Battle Recap, но он тут, скорее всего, не полный, да? Потому что же тебе показывают такие цифры? 384. Что за помойка, где настоящий рекап? Верните. Ну, 0 дэмэдж как будто нанесли Хоум. Но в любом случае, Witch Gaming, я был в шоке. Не убить Healing Ward, зафокусить Dragon Knight, сзади которого стоит Healing Ward, у которого 25 единиц брони, который под БКБ. Witch Gaming, что за цель вы выбрали для атаки? Драки. Ну это ужасно было, это просто мега ужасно. А тут у нас не закончилась еще драка, и заходит на Рошана. Почему-то минус армор, а нет, есть минус армор Слардара, заходит ДК, есть БКБ, но БКБ пока что не юзает. Выходит Бейн, Финсгрип, ульт Джиггернаута. Как же больно, ты посмотри, гирокоптер лечу, люча приковаривают старом руки, это был крит. И пошло БКБ от ДК, ставится Десвард, минус 2, минус 3, и это Рошан. Да, это Рошан не успеет зайти на сторону, потому что времени очень мало, им дается порядка 40 секунд, пока отсутствует персонаж противника. Но... Доктор тоже байбэкнулся. Да, да, он как раз драку вернул, пришел. Ну что ж, и Хоум, красавчики и Хоум. Они почувствовали, они видят слабость стороны Witch Gaming, что если за них налетает весь бёрст, они его переживают, весь рассказ противника, отхиливаются и давят. Ну, а покупает... Diffusal Blade для того, чтобы диспелить ГОСТ. Вообще, эту драку еще бы надо будет посмотреть, когда аналитики будут разбирать в повторе. Не убили Healing Ward, но Witch Gaming-то не дураки. Это команда, которая минимум уже там топ-5-6 имеет. И, скорее всего, его как-то очень круто сетевая контролил. Плюс ко всему, Олд Элевен. Все пытались, все не хотели фокусить ДК в БКБ. Это совершенно глупая идея. Но Олд Элевен забрал всю команду и увез ее куда-то в сторону на Слардара. И пока Слардара там избивали одного, остался только ДК.
игрока. Ну, хоть кого-то надо было бить. И очень интересно будет посмотреть, ну, потому что так не успели мы... Я наблюдал за Хиллингвардом, наблюдал. Он действительно его контролил и держал его где-то на расстоянии, на дистанции трех героев от Драгонайта. Ну, вот прям действительно очень еще позади, что Хиллингвард краешком касался ДК. Не сбить так просто. Ну, так просто не сбить, да. То есть там должен был, я не знаю, ну, вот мертв был уже Слардар, но вот кто-то под БКБ, что-то типа Герокоптера должен был как-то убивать. Но не получилось, просто не дошел. Потому что пройти нужно было ДК, пройти нужно было бычки героев. Так, ну и Хоум красавцы. Они собрались, они вышли в неплохой ганг, у них получилось. Так немножко рискнули, потому что драка была около базы соперника. И сейчас они выходят еще раз. Уже с Аегисом, с большим преимуществом по золоту, без байбеков половины команды соперника, или там вообще все. Ну, Тини Герокоптер, вижу еще Слардар, три кор-героя. У вас Вич-Доктор Таск, но вы в атаке. Ну да, да, здесь важно просто один раз хорошо загангать. То есть убить парочку персонажей противника, которые не имеют байбека, и выиграть игру, фактически. Ну, как минимум, можно снести две стороны. Заходит. Да, Драгонайт просто... А Чигернал начинает просто бить барак. Форма Драгонайта тоже пробивают барак. Барак милишный проседает. Нет глифа. Нужно драку Бичи Гейминг дать. Залетает Слардар. Раскат Болт Элевена. Есть Ливингар Мора. Прожимает БКБ. Есть Колдтаун. Ставится Хиллинг Вард Гардиан Гриф. Залетает Чайник Лича. Олд Элевен пережил. Глиммер Кейпы, Дэс Варды, Элевен вместе с товарищем Ситиваем просто давят противника, заставляют их ретироваться под тир 4. Будут ходить. Ой, Слардар, смотри, вырывался, но сразу поставился под стан. Тини залетел с прокасом, переживают ребята и Хоум. Сноубол, опять же, Бёрнинг страдает. Буду также покусить супера, супер. Не может сделать ни одного удара, он стоит просто под станом Драгонайта. Супер, супер, супер. Пока в инвизе, нет, проседает, супер, супер падает. Бейна тоже убивает. Минус 5 в размен на 0 в исполнении Хоум. И они идут к своей победе в первый карт. Вот, вот он чувствуется опыт Ланема. Когда драка, первая ее стадия закончилась, остался Финсгриф, который, кстати, так и не был вкастован, и ульт Тренд Протектора. Против ульта Тренд Протектора уже не было ничего. И Ехом, да, ну, здорово. Здорово. Шикарный замес. По-прежнему сохраняют статистику 100% побед против Тини. Посмотрите на Ланема. Он там просто сейчас разобьет этот монитор, как в свое время на одном из турниров.